ГИМС Анапы в усиленном режиме обеспечивает контроль за порядком в акватории моря. Служба государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводит профилактическую работу по обеспечению безопасности отдыха людей на водных объектах. К этому дню на учете ГИМС состоит 140 пляжей. В общей сложности организовано 66 патрульных мероприятий, в ходе которых выявлено 85 нарушений судовладельцами. Специалисты ГИМС также организовали показательные занятия по оборудованию пляжных территорий с руководителями учреждений санаторно-курортного комплекса. Осуществили проверку мест для купания детей пришкольных лагерей и разъяснительную работу с подростками. В августе месяце у нас традиционно наиболее опасный месяц. Вот и статистика, многолетняя статистика показывает, что именно в августе месяце у нас наибольшее количество происшествий на водных объектах. Усилить работу в детских здравницах, усилить работу непосредственно на пляжных территориях. Этим мы серьезно занимаемся. Но не просто одни мы занимаемся, но мы занимаемся совместно. Администрация города-курорта Анапа, Кубань-Спас и МБУ службы спасения. Эти три структуры прикладывают наибольшие усилия. У нас на пляжах работает более 500 спасателей, матросов-спасателей, которые подготовлены, именно в Анапе подготовлены. Они обеспечивают безопасность людей на воде. Поэтому призываю всех до конца сезона принять необходимые меры и, самое главное, выполнять требования, которые выдвигаются.